В школьных столовых Карткировского района устанавливают новое оборудование. Средства на его приобретение начали поступать еще в прошлом году по республиканской программе «Модернизация общего образования». В муниципалитет уже доставили кухонную технику на 2 миллиона рублей. Из поселка Аджиром Ольга Турьева. Куриный суп, лапша и поджарка, компот, плюс груши, йогурт и сок для детей из малообеспеченных семей. Каждый день поварам надо накормить 150 учеников. У школьников начальных классов питание двухразовое. У каждого здесь свое любимое меню. Гречневая каша, борщ. Мне больше макароны с мясом и борщ. Например, пюре с котлетой. Вкусно готовят? Да, вкусно. Больше вот всех нравится, как тут готовят. Новое оборудование в школе Аджирома пока не распаковали. Просто поступило. Еще не все. Поступили две плиты, поступил котел пищеварочный, поступил кипятильник. Поступила у нас мясорубка. Ждем мы еще новый пекарский шкаф и новые мармиты. И поступила еще картофелеочистка. Электрическая мясорубка сломалась еще в 95-м. Остальное кухонное оборудование тоже на ладан дышит. 6 плит вот на этих плитах, вот как бы вот здесь вот, да, одна плита, и постоянно выходят там бусы. А бус в одной только вот этой плите, там 2 штуки. Постоянно нам приходилось ездить в город, заказывать на разных базах вот эти бусы. Для первых блюд они вообще в нерабочем состоянии, тоже они должны поступить. Для вторых блюд только вот один мармит еще пока в рабочем состоянии. Один из трех, остальные нет. В дороге и 2 новых холодильника. Чтобы школьное меню было вкуснее и дешевле, все продукты закупают оптом. Поэтому и на складе будет новое оборудование. Ольга Турьева, Игорь Данилов, телеканал «Юрган», Карткировский район.